Шалом, шаббат шалом, дорогие друзья. Что ж, наш замечательный проект Шмус на своей финальной стадии. Сегодня у нас заключительный шаббат. Привет, меня зовут Давид, я первый раз на Шмуз. Очень крутое место, где можно почувствовать Бога. Где Бог для меня лично в этом Шмузе стал намного ближе. Я узнал его с разных сторон. От его присутствия и до его действия в моей жизни. И я очень доволен Шмузом в этом году и то, что я попал сюда. Всем привет, это Шмуз. У нас было вчера вечернее служение, и мы все танцевали, пели, молились. И закончились танцы, мы все сели, держались за руки, в общем, и молились, чтобы на нас сошел Дух Святой. Да, это долгое было время, мы молились, 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 и наконец-то Дух Святой сошел на нас. Кто я? Я лечу тебя, я вот у меня все готово. Отдыхаем. Люблю своих пациентов. Приглашаю вас в следующем году на Шмуз 2022. Все правильно, как 12 учеников, 12 ложек. Шабат-шалом, шабат-шалом, дети, дорослые. Я люблю тебя, Боже. Пусть вот так больно, но и горишь от сердца, этих детей, от этого лайможа, Боже. Щоб ми, Господь, родили и веселилися перед обличчям Твоим, перед лицем Твоим, Господь. Я еще хочу приехать. Детки, детки, выходите. Все, нет, в смысле, бармица уже все. Это вы чего? Мы придем от начала от Эдема, да, цветущего сада, прекрасного места, до вымирания, уничтожения земли. То есть начало и конец. Почему девочкам нельзя встречаться с девочками? Нет, нет. Нет.
А, и почему? Это два вопроса. Почему? Мы пришли всем шмузам, а точнее самыми стойкими, которые дошли, довыжили, достояли, не уснули. Мы пришли встречать прекраснейший рассвет. Дорогие друзья, что ж, мы снова на этом месте, как и в прошлом году, провожаем наш шмуз тем, что встречаем новый день, встречаем рассвет, встречаем все то, что в сегодняшнем дне приготовлено нам, и мы безгранично благодарны. Мы благодарны Всевышнему, мы благодарны друг другу за то, что у нас была возможность встретиться на берегу Черного моря, в Черноморске, в общине Бетель. Но здесь мы не забываем благодарить Бога также о каждом из вас. И поэтому спасибо всем тем, кто поддерживал нас всеми способами, молитвами, поддерживал нас финансами. Мы благодарны всем тем, кто помнил о нас в процессе этого шмуз. Без вас было бы гораздо тяжелее провести его, поэтому спасибо всем партнерам. И мы надеемся на вашу поддержку и дальше, потому что уже и дети, и мы с нетерпением ждем следующего года, когда на этом же месте мы будем вновь иметь общение друг с другом.